изначально этот отель планировался не как отель, а как казино. И, соответственно, все строилось вот, с целью, что здесь в дальнейшем будет казино. А потом в Турции приняли закон, который, ну, в общем-то, запретили казино, то ли в черте города, то, я точно не знаю, как там закон был принят. В общем, казино здесь не разрешили делать, и вот как бы здесь сделали отель. Ну, это такая вот улочка с магазинчиками, соответственно, можно вот какие-то вещички посмотреть. Тапочки, шапочки. Кстати, нам бы надо шапочки посмотреть с тобой, хотя кошелечки. Но мы потом, я думаю, заглянем, посмотрим. Вот, и пока. Ну, вот такое вот. Вот такое он. Впечатление неоднозначное. Пойдем. Такое яркое какое-то, видите, какие здания. Здравствуйте. Привет, маленький. Ну все, мы уже общаемся. Вот это один из бассейнов. Кстати, знаете, бассейны здесь очень маленькие. Вот по сравнению с теми, которые мы видели в других отелях, здесь, конечно, небольшие. Один из бассейнов. Потом пройдусь я уже так прям целенаправленно по территории. Пока вот мы к морю идем. И здесь, по-моему, вот все бассейны, они все такие небольшие. То есть такого прям большого бассейна, как вот, допустим, мы были в Утопии, там такой он огромный. Здесь такого нет. Они все достаточно небольшие. Ну вот, можно покушать, да. Ты не хочешь кофейку выпить? Нет. Не хочешь? А я бы выпил. Пойдем посмотрим, нет? Ну, здесь вот не знаю, что это еще. Здесь какие-то сладости, видимо. Здесь и кофе, да, видите, сладости. Много. Ну ладно. Пойдем. Не хотим мы сладости. Хотя, я, честно, я бы кофейку, наверное, выпила. Ты будешь? Папа сказал, не хотим. Пойдем, где они уже убежали? А еще здесь такая фишка одна. Ну, это на самом деле, конечно, на любителя. Вот мне все нравится. Знаете, здесь совсем рядом аэропорт Анталии. Но мы до отеля ехали в общей сложности, наверное, минут. Нам сказали, что 25. Но мне кажется, что мы 25 минут не ехали. Мне кажется, мы ехали минут там 15 от силы. Вот. Так, Настя. К пляжу. Вот сюда, по-моему, нет? Вот да. Нет, к пляжу, вот сюда. Вон бич. И поэтому здесь, когда садятся самолеты, они прям низко летят. Вот сейчас, если полетит, я попробую заснять. Очень классно. Вот. Насколько я люблю самолеты, люблю смотреть все эти взлеты-посадки. Это прям круто. Вот. А, кстати, да, отель называется Club Hotel Serra. Вот еще один бассейн, но он тоже небольшой сравнительно. Не глубокий? А, он лягушатник. Вот. Дочка говорит, что он не глубокий. Она сегодня, по-моему, это уже все, да, бассейны попробовала? Почти, да. Ну, это вот ресторанчик. Сейчас уже мы вот немножко более-менее стали ориентироваться. Потому что, когда мы сюда приехали с утра, мы очень долго не могли понять, что здесь где. Сейчас уже, конечно, более-менее хотя бы понимаем, где что находится. Ну, нам еще предстоит найти там мини-диско, где там все вечерние мероприятия. Еще здесь такой момент, что здесь в основном ресторане есть только завтрак и ужин. Ой, нет, завтрак и обед, а ужин в другом ресторане. Это такие нюансы тоже. Ну и вот пляж, смотрите, какой. Такие, есть прямо тенты, которые, кстати, хорошо закрывают. Тенечек создают. И есть зонтики, они ближе к морю. Вот. Вот еще мы не нашли, где здесь вода. Хотела спросить, где здесь можно взять воду. Пока мы тоже не нашли. Но я думаю, что разберемся со временем. Вот.
Вон, видите, смотрите, ну это вот он идет на посадку, он сейчас развернется над морем, если видно, и сейчас и будет садиться, будет прям очень низко здесь пролетать. Андрюш, ну что, где мы будем? А вот, смотри, да. Давай. Дойдем, да, я думаю. Ну давай, бросай сюда. Нашли мы здесь. Ванечка, иди сюда. Так, идите, я вас побрызгаю тогда. Ну, такой вот здесь. Ну, вообще, вход, где мы входили, был очень классный, да? Не было никаких камней, ничего, было очень комфортно. Не знаю, везде ли он такой, но тоже попробуем, потом расскажу. А здесь, кстати, видите, вот этот пляж, он такой, мелкая галька. И ракушечки. Давно, кстати, я ракушек не видела. Вот тут прям ракушки, смотрите. Здесь какая. Такой зелененький камушек. Для любителей. Ну что, надуваем круг и идем купаться. Ваня! Морюшка, морюшка. Вот такая красота здесь. Вода с утра, конечно, прохладная. Не знаю, что будет слышно в боксе. Ой, какая холодная. Вода прозрачненькая, прям прозрачная-прозрачная. Слушай, не надо его сильно так сразу переохлаждать. Холодная, Вань? Иди. Холодная. Вчера теплющая была, вечером мы заходили. Ой, блин, прям реально холодно. Ой. Слушай, надо прям нырять сразу, так невозможно заходить. Нет, ну с ним не надо. Ну давай, ты его быстрее, оботри его слегка. Что ты прям стоишь, будешь пытка с пристрастием. Опускай уже. Давай, Ваня, раз, два, три. Ой, залезай в круг. Держись. А мама? Ой. Ой, я, кажется, умею плавать с одной рукой. Рот закрывай, а то акула заплывет. Акуракал, акура. Такое лицо. Ну как тебе? Хорошо. Смотри, его далеко не отпускай. Все, у тебя ребенок отдельно плывет. Держи. Там горы, смотри. Это вот уже Кемер будет. В ту сторону. Да, наверное, это Кемер уже, да? Район Кемера виден. Мам, Андрюш, держи его. Ой, а здесь песочек. Чувствуешь? Прям дно песчаное. Да. Папа нырнет? Папа нырнет? Ну-ка, давай смотреть, как папа будет нырять. Ой, сколько от папы брызг. Да, набрызгал на нас папа. А как все?
Ты тоже хочешь? Нет, уж ты давай в круге. Ох, морюшка, морюшка. Ой, кто это плавает? Кто это хулиганье, хулиганье. Ничего, нахлебался? Вань, а Вань, ты что, воды напился? Ты хочешь пить? Ты хочешь пить или ты уже не хочешь пить? Ой, я смотрю, это прям холодное какое-то течение такое, да? Ну что, хотя отнести, что ли? Вот мы ждали этого кайфа. Держи голову над водой. Ну что, отношу я? Вань, где Настя? Ты видишь Настю? Вон она. Пойдем. Сажай его в круг. Этого. Еще один енот-полоскун в нашем семействе. Смотри, самолеты.